Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6. Партия на восьмерых, континенты, монополии корпорации, случайные технологии и варварские кланы. Подробности традиционно в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на эту серию, переходите к первой, ссылка на плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кроме того, спонсоры канала в этом самом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. Мне все нравится. Не нравится наука моя. Ой, не наука, извините, культура. Культура не нравится. Этого сюда поставим. Может, уже карточку и на поселенцев пока убрать? Тут мне надо решиться, куда. Либо сюда ставить, либо вниз. Но мне кажется, вниз, потому что тут апельсинки есть. Я бы вот сюда, наверное, поставил. Так, плюс 100 к оборонительным зданиям. Тут оставляем. Так. Куда я тут хочу священку, во-первых? Плюс 5. Недалековато ли? Может, лучше здесь, вот здесь плюс 4, например. Да, наверное, я сюда хочу. А Савон? Вот сюда. Так, ладно, вот тут я выкупить хотел клетку. Пока деньги есть. В общем, мне бы центр коммерции нам, возможно, сначала построить. Так, куда я Савон решил? Туда или сюда? Давайте, наверное, сюда центр коммерции вырублю кукурузу. Начнем с центра коммерции, потому что денег нету. Да и караван, ну, дороги надо между городами провести. Опа. Это у тебя там что, три долбят эти галеры, что ли, варварские? А зачем ты строишь чудо, которое там строю я? Рим еще и Нидерландам войну объявил. Ладно. Ух ты! Слушай, Рим, ну я как бы против вот этого, что ты делаешь. Осуждаю. Ну давайте посидим, и никто никого не будет трогать. Так ты уже посидел, потрогал одного. Так у меня не было выбора. А, сейчас у тебя есть же выбор? Ну, у меня типа 7 городов, меня это не устраивает. Ну, короче, я сейчас тебе войну объявлю, чтобы те караваны ко мне не бегали. И призываю то же самое сделать, кстати, англичанина. У меня, конечно, есть еще вариант самому напасть на деда с другой стороны, но я не вижу поинта, когда у меня, ну, не вижу смысла, когда у меня есть места. Ну что, будешь продолжать с дедом воевать, да? Ну я не буду его добивать, у меня так чисто прикольно. Не буду добивать так чисто по приколу. Дед, тебе прикольно? Ну пока да. Я к нему тремя винтами пришел, типа. А зачем? Ну, он говорит, по приколу. Но мне именно надо что-то делать, почему я в косте. Ну, действительно, а это прикольно. Прикольно. Не, ну он правильно говорит, что если у вас армия есть, то ее держать просто, чтобы она на месте стояла, в этом нету смысла. Но, как вы понимаете, нам на этом континенте, он и так уже одну столицу захватил.
Чтобы он захватывал еще деда. Я тут никак не могу поучаствовать в этом. Блин, нафига я драму про... Ну, вообще, мне надо будет театральная площадь когда-нибудь. Ладно, давайте пока военную подготовку открывать. Как раз два хода до стены. Водяная мельница. Кстати, водяная мельница в Сеуле норм зайдет. Так, я не посмотрел, кстати, с Англии можно поторговать оливками. Блин, Англия, у тебя только киты и все, ты вообще какие-нибудь ресурсы обработаешь? Да времени не успеваю. Ну, короче, у тебя будет чем торговать вообще? Будет. Чем? Чаечек скоро будет. Блин, ты еще и тут хочешь город поставить? Что-то ты мне тут не нравишься вообще. Где конкретно ты хочешь город поставить? Одна клетка снизу, вот там деревья. Мне нужно, чтобы Ливерпуль не падал. Так мы можем просто культурный союз заключить и не будет падать. Просто тут как бы, ну, такие места. Я их сам хочу. То есть ты вот тут где стоишь сейчас, вот тут поселенцам будешь ставить? Ты, если будешь войну убивать, подупреждаю, то хочу караван тебе кинуть, я думаю. Не, ну если ты там поставишь, давай только... Ты можешь не выкупать клетки вниз? Вот там у меня медь, например, я хотел себе забрать. Окей. То есть если они сами там присоединятся, то ладно. Вот там справа, где камень, типа, я так понимаю, ты хочешь туда кампус на плюс 5 поставить? Это окей. Да, кампус на плюс 5 в задумке, да. Блин, я забыл, что я в Сеуле хотел построить. А, черт. А, водяная мельница. Блин, надо этого миссионера купить, забываю. Ну и храм, наверное, я немножко бессмысленно строю. Кстати, я союзник Валетты, мог бы уже... Не, ну пока эта вера мне нужна. Так, только что-то я в золотой век не выхожу, нифига. Кстати, вот это интересный ученый. Я бы его взял. Он, считайте, 6 науки, например, в столице мне будет давать. Так, вот три счета к очкам эпохи. Так, могу на красителях производства. Он, по-моему, дает эту веру. Да, плюс 25% веры. Но это, наверное, в Сеуле надо, значит. Большой бассейн, неизвестный игрок. Так, ставим город. Покупаем миссионера. Меняем... 100%. Может, стоимость клеток поставить?
военные лагеря. Я бы, наверное, стоимость клеток поставил на выкуп. Так, 3-3-4, вот. Нет. Может, сюда? Да, я готов съездиться с тобой, потому что буду объявлять войну Аравии. Чикал. Интересно. А чё так? Ну, ты играешь не очень красиво. Самое главное, что он не стесняется этого. Не очень красиво это как? Ну, ты строишь пирамиду, ты видишь, начинаю строить другое чудо, и ты ставишь сразу его строить. Ну, типа... Ну, у меня Петра под пустынное чудо, у тебя Петра под... Сколько? 3 клетки пустыни? Ну да, я хочу построить Петру, поэтому... Там где 3, там 5, правильно? Вот, поэтому мы с тобой воюем. Сегодня мы с тобой Поиграем. Воюем. Блин, у кого-то 9,2. То есть это не считает проект, это его, у него столько вот реально накапливается. Кстати, обратите внимание, что у меня накапливается вот это вот, потому что у меня нет еще ни одного коммерческого центра. Это из-за монополии, судя по всему. Да, блин. Фига тут варвары появились. Я думаю, что я доведу. Так, 200 поселенцев я, наверное, не накоплю, то есть можно будет строителей покупать. Ну, наверное, пока оставляю, хотя можно уже покупку клеток убрать. Давайте, наверное, воинскую повинность поставлю. Я нормально так содержание... юнитов. Так, а здесь я хотел вот сюда, по-моему, савон строить. Угу. Постоим один ход. Блин, я не тем. Это я рабочим хотел походить. Так, ну вот тут я буду делать 100% уже эту. Блин, надо поставить первый посол и Сингапур засоюзить. Что-то я туплю, у меня уже 5 послов. Валетта мне пока не нужна. То есть я чисто даже задание повыполнял, я даже ее не союзил. Нанмадол тоже не особо нужен. А вот Сингапур, 2 производства дающие от за каждую иностранную цивилизацию, которой... А, это мне надо будет... Ну, все равно надо отправить в Сингапур, пускай. Не знаю, почему он на красители меняет, хотя у него есть красители. Ну да ладно. Так... Значит, первый посол ставим.
Блин, слушайте, я тут собрал руинку-то. Тут же кто-то без меня собрал. Или я собрал, я уже забыл, блин. Так, дальше. Ученичество. Промышленная зона по плюс одному, да? Сюда, конечно, плюс два, но тогда у меня минус один будет у... Знаете что, наверное, вот сюда давайте промышленную зону, и здесь потом акведук сделаю. Блин, 45, я хотел там еще... Ладно, промышленная зона важнее, мне кажется. Так, а где я еще не успел в Чунджу? Что, тут нефрит надо обработать и, наверное, вот сюда савон поставить. Ладно, наверное, рабочего пока. Или рабочего купить. Нормально у нас веры. Три очка до золотой... Так, ну мне можно... А мечников я открыл? Открыл. Так, апнуть дуболома в мечника. Сколько там денег понадобится? 125. А, да, латник. Я уже латников открыл. Фак. Вот это no good, конечно. Производства. Так, тут ставим 25% к вере. Тут я куда-нибудь выйду? Нет, не выйду. Я уже в средневековье. А здесь? Тоже уже в античности. И дальше я не пройду. Блин, мне за два хода надо три очка эпохи где-то достать. Блин, давайте Нанмадол засоюзим. О, вот два очка. Значит, одно очко осталось. Первым союзником стал Нанмадола. Короче, нет, с Римом я пока не буду. Ну, сначала, наверное, рабочего еще сделаем. Так, два хода на одно очко эпохи. Давайте думать. Никакие районы у нас крутые не строятся. Тут плюс один, тут плюс два. Ну и только железо использовать, получается, остается. Но у меня нету денег. 125. Блин. Где-то я тут еще руинку находил, но... Во. Ее не собрать. Блин, что ж.
I've lived through some terrible... Так, тут два влияния ставим. Тут натурфилософию. Я пока откажусь. Лян может взять сначала. Не знаю, или Пингалу. Ну, вообще, пока мне нормально с наукой. Я бы Лян, наверное, взял. Кёнджу, например. В Кванджу, точнее. Священное место на плюс 3. Ладно, пока амбар. Так, значит, у меня сейчас будет 65 монет, а надо 125. А кто, кстати, мочи построил? Англия. Редиск. Не соглашусь. Так, давай попробуем. Не захотел вырубить дерево, блин, у меня ход оставался. Я вот как... Блин, все-таки Плимут выкупил эту медь. Но у меня нету денег выкупать клетки. Я просто что-то был уверен, что я как-то быстро к этому всему так дошел, думаю, что успевал. Дед, как там война с Римом? Ну, пока никак. То есть ни тогда, ни сюда. Так, мне точно 60 требуется. Да. Рим, вот за столько дружбу готов заключить. Немец, сделка. Понять, пожалуйста. Спасибо большое. Ты имеешь в виду союз? Ну да. А военный? Я не буду с дедом воевать. Кидай. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. В первую очередь, знаете, обращаем, потому что оттуда идет влияние религии. А тут нету. Наоборот, тут мои будут. Видите, тут уже обращено к Анджу. Следующим ходом универ. Ну, так следующим ходом мы поставим строительство тогда. Блин, а тут надо было библиотеку сделать. Ну, я, наверное, монументальность продолжу. В принципе. И покупку поселенцев можно еще вот тут город ставить, здесь. О, мы, кстати, на перерыв идем? Да. Давайте глянем, у меня сколько городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чё у моих соседей? Нидерланды 6, Рим 7, Англия 6. Думать. Уже идем или в конце хода?
Как хочешь, тебе никто не запрещает сделать ход и уйти. Добро. Перерыв 10 минут. Знаете, наверное, все-таки монументальность опять беру. Или мастерскую сначала. Давайте мастерскую сначала, потом библиотеку. Так, здесь универ точно. Блин. А мне там где-то не пройти, да, никак скаутом? Да. Ауч. Избивают хулиганы. Блин, он заберет лагерь. Бандар Брюней заберет лагерь. А на Корее можем с той войной объявить, где караваны идут? Я чего? Не понял. Ну я тебе кину войну, чуть 10 ходов помиримся. Нет, нет, ну что, что за, блин, использование эксплойтов? Я не буду с тобой мириться тогда. Так а в чем эксплойт? Чтобы тебе не разграбили караваны. Ну, я не буду мириться, если ты мне войну объявишь. Не-не, госсоюз. Хотя бы разве в чем смысл? А ты не хочешь на Нидерландах мир заключить? А ты мне что? Дашь? 100 монет. 100 монет, давай 70. 170. Что-то ты повысил, по-моему. Ну, если... Дай, пожалуйста, лошадкой поскакать, хочу посмотреть на рим там и все. Давай союз заключим, Корея. Ну давай, я еще не открыл, мне еще два хода. А-а-а. Ты так говоришь, как будто ты мне кидаешь союз, а я не принимаю. Ты же даже не можешь его кинуть. Да что-то, смотри. Не знаю, почему он ко мне посылает караваны, кстати. Ну, типа, ему самые выгодные, но... Да ко мне все посылают. Я смотрю. Ну вот, Рим точно взял на соседство этого коммерческих районов. Поэтому у него увеличилась так наука. Резко. Ну вот мне вот это, вот тут надо, ну и, наверное, надо все-таки на побережье тут ставить город. Тут надо ставить... Так, подожди, а что у нас осталось... Блин, может сюда, сюда. И здесь вот по реке. Как-то так. Так, давайте я, наверное, куплю здесь. Или мы дождемся, когда Лян сядет, и будем уже с Лян покупать. Ход заканчивайте. Да. Просто. У меня чисто ноль. Что ноль? Ну, очков. Дед, ты там чем отбиваешься? А они уже мир заключили. Мы с ним уже не воюем. Ну, не знаю, давайте культура не распространяется у Рима. У него там культуры дофига. Давайте. А по юнитам, не знаю, давайте там скаутам плюс 5. Ну, тоже плюс. Давайте разведки. У Рима просто больше всего культуры. Ларри вложился, чтобы... А я просто проголосовал, когда еще до того, как вы там решали против. Да. Не, я честно говорю. И тяжелая, а в тяжелую кавалерию кто вложился? Это все на вашем там континенте, ребят.
Египет, убирай лошадь с пути. У тебя есть еще мувы, я вижу. Ты не можешь блочить мув в дружбе. Я не могу блочить мув в дружбе? Нет, ты не можешь моего поселка блочить. Чего? Ну, потому что вы в дружбе, он тебе войну объявить не может. Там в правилах есть это все. Так. 6, 14. О, Канын сейчас... Ну, наверное, продолжаю покупать поселенцев тогда. Ну, тут, я думаю, госслужбу или феодализм. Или надо все-таки союзы открыть. Слушаю. А у тебя тяжелая кавалерия открыта? Нет. А ты знаешь, где она находится? Догадываюсь. А можешь подсказать? За военной тактикой. Навигацию по звездам может открыть. А это за судостроение. Блин, мы все отсюда вышли уже. Прикол. Давайте навигацию по звездам посмотрим, что здесь. Таймер-то верни, Леш. Блин, хочется уже все в центре покупать за веру, но я понимаю, что надо сейчас в первую очередь покупать поселенцев. У нас еще сюда город должен, то есть вот тут два города встает, здесь один. Ну и дальше я посмотрю, возможно, еще один. То есть как минимум четыре города. Может, сюда вот, типа тут на реке и потом сюда еще. О, Нанмадол перекупили. Ну, мне Нанмадол не нужен, но если он Иносирим перекупил, нет, я бородет, ладно. Не вот. Не, ну, но это много ему даст культуры. Ну, просто ты мне не выгоден на континенте, мне больше выгоден, намного больше выгоден Египет, и с ним можно до конца быть в неразвитых отношениях. Ребят, надо в каравеллы выходить и идти тот континент колонизировать, что-то они там... Они явно не цивилизованные. Тут, если что, на всем континенте только один город на побережье. Доносится. Нет, так каравеллы, это ж не для того, чтобы каравеллами плыть, а чтобы по океану можно было плавать. Там быстрее друг друга сидите, чем на нас доплывет. Нет, мы все помирились. Это пока. У кого-то не появилось каких-то. Блин, или не ставить тут два города? Мне кажется, все-таки тут один надо. Маловато клеток для двух. Наверное, вот сюда просто поставлю и все. Так, следующий сколько стоит? 220. Так, я тебе... Блин, дед, сделаю. Дай в Амстердаме пройди. Два хода. Дай у Амстердама пройти, дед. Плыви. Да я не умею. Тебя научить? Спасибо. Ладно, рабочего. А у нас стоит на рабочих хотя бы карточка? Не стоит. Надо содержание юнитов заменить на строительство рабочих. Так, акведук. Давайте за один ход я лучше открою. И судостроение. Нет, давайте сначала лучше акведук. Ну, не акведук, в смысле, селитру открою. Так, у нас в Чинджу еще не построено... Савон. Ну, понятно, что там во всех городах нужен Савон. Это прям... Прикол, что у всех почему-то больше очков набивается, чем у меня. Этих... ученых. Прикол, конечно. Ну, хоть инженера я первым заберу.
Так, что с селитрой? Ага, нормально. И тут еще есть. О, еще и рядом с Савоном, зашибись. Так, это неплохо. Так, что дальше? Судостроение давайте. Реформацию ускорили, Лян приехала. Ну, я бы, наверное, все-таки на поселенцев копил веру, не покупал рабочих пока. Может, тут построить просто рабочего? Ладно, следующим ходом, когда карточку поставлю на них. Так, центры коммерции нам явно надо будет где-то здесь и здесь, наверное, делать. Тут правительственную площадь. Надо, наверное, надо вообще с правительственной площади, наверное, начать. Слушайте, а кто-нибудь научные ГГшки находил? Ну, одна есть. Ну, продашь инфу? Ладно, идем туда. Вот тут там научная ГГшка. Лахор фигня. Так, я вышел в союзы. Предлагайте. Но со мной научный, наверное? Или экономический? Как тебе? Да, как хотите. Я только военный ни с кем не буду. Ну, я скоро там буду. Так. Давайте поставлю все-таки на рабочих. А, я ликелся, если ж. Англия. Ну, промышленная Англия. На нефрите. Что? У меня желание Вильгимину поделиться. Это кто-то Риан спрашивает? Да. Блин, не успел выбрать. Наверное, книгопечатание надо открыть. Ну, дед, если там тебе нужна будет помощь. Ну, я в союзе с Римом, если что. Что ты меня так убить хочешь, а? Не, ну я могу, конечно, поставить город на зеленые поймы и кайфовать с этого. Чего? Да, ты можешь город поставить. На зеленой пойме, он сказал. Тебе туда, если там есть. Ватикан забирай, иди. Это ко мне полез. Так. Что у нас тут? Савон. Вот здесь ставится Священко. А говорят еще, что у нас здесь это самое. Злые вармоны. Ну, я бы Священку, наверное, сюда ставил сначала, а потом уже Савон. Давайте амбар построю тоже. Или вообще с центра коммерции начать. Караванов у нас мало все-таки. Я где-нибудь караван строю второй? Я нигде не строю второй. Давайте тут караван я построю. Во. Ладно, Священку я здесь все-таки сделаю.
20 ходов универ долго. Так, ну, два универа через три хода. Значит, на двойную тактику один ход открыть. Она не тупиковая? Нет. Немец, ты прибил, ты делаешь? Что еще раз? Прибил, ты делаешь? На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.